У нас о Навальном много говорят. Уже несколько лет говорят о Навальном. Немцова убили, никто ничего не понял, кто когда убил. Понимаете? У нас же свобода слова, ребят. Мы же боролись, сносили, как говорится, тот социалистический строй, о котором говорят, будет свобода, независимость. Где она? Вот ребята стоят там в автозаках. Да они лучше бы стройки, на стройку бы работать ходили. Строят дома, понимаете? Шли в учителя, в инженеры. Зачем столько полиции нагонять? И следствие того, пожалуйста, все то же самое. Стрелки в школе, еще этого будет, вот увидите. Если мы общество не начнем менять изнутри, если мы не будем все время говорить только о деньгах, а будем говорить о честности, о доброте, о порядочности, понимаете? О том, что здесь стоят люди не последние, понимаете? Прожили большую жизнь. Да, люди пожилого часто возраста. Молодежь вообще сюда не присоединяется. Почему так? Да нет, просто нас разделили. Вы заметьте, нас разделили.